пожаловать в клинику доктора Джаголова. Пожалуйста, проходите. Приходите, получайте здоровые, красивые зубы. Москва Мытищи работает. Ассаламу алейкум. Я Джамулов Захраддин Мухаддинович, главный врач клиники доктора Джамулова. И вот у нас в клинике идет отбеливание при помощи оборудования Zoom-4. Холодное отбеливание при помощи аппарата Zoom-4. Тут у нас уже вторая пациентка в течение дня. Еще есть в течение нескольких пациентов за день. Этим делом занимается также доктор Мухаил Холмнап, который состоит в обществе по изучению светостоматологии. Здравствуйте, я Джураева Мухаэль Хомовна, работаю в клинике доктора Джамолова, терапевтом-стоматологом, также занимаюсь отбеливанием зубов, состою в обществе по изучению цвета в стоматологии. Обучалась я в городе Санкт-Петербург в клинике Dentikure у гуру по отбеливанию Хлойча Андрея Викторовича. У нас процесс отбеливания занимает 2 часа. Сначала идет подготовка зубов. Мы подготавливаем зубки, изолируем наши десна, затем наносим специальный гель, активируем каждые 15 минут. Через 15 минут мы убираем старый гель и наносим новую порцию геля. Обычно нам 3 сеанса достаточно. Если пациент хочет еще свежее, белее зубки, то он просит 4-й сеанс. Дальше 2 недели пациент наблюдает. Затем у нас начинается домашнее отбеливание в специальных капах. Капа изготавливаем заранее, снимаем слепки. У каждого пациента есть индивидуальные капы. Туда наносится специальный гель и еще неделю делается отбеливание. Отбеливание зубов можно делать каждый год по желанию пациента также или каждые 2 года. А домашнее отбеливание можно делать каждые полгода. Здравствуйте. Стоп, подождите. Так. Задавай вопрос мне. Да, так, кто вы, где мы находимся? А что дальше сказать? Опять все заново, да? Все заново сказать? Нет. Подожди. По изучению светостоматологии. Да, сейчас четко скажите. Давай. Может, не говорить вообще, когда мы... Так что сказать? Все, я вроде... Это самый современный аппарат, который был приобретен у нас в клинике недавно, и результат налицо.